Спасибо вам за ваш великий подвиг, за честь страны, что так нам дорога, за то, что долг свой до конца исполнив, Отечество спасли вы от врага. Мой дед Корзюк Егор Данилович служил в рядах Красной Армии с 1938 года. Дорогами войны прошел с июля 1941 года в должности шофера студебекера. В 1945 году он был награжден орденом Красной Звезды за взятие в плен немецкого офицера. В плену он был трижды в 41-м, 42-м и в 43-х годах. Он, находясь в плену у немцев, встретил своего односельчанина. И односельчанин был коммунистом. Дедушка мой рядовым прошел всю войну, коммунистом не был. И немцы, безусловно, коммунистов всех расстреливали в плену. Это я знаю со слов дедушки. И находились в плену те люди, которые выдавали и односельчан, и друзей ради собственного выживания. Дедушка же этого односельчанина не выдал. Более того, он бежал из плена и бежал из плена вместе с этим односельчанином. Несмотря на три ранения, которые были у моего дедушки, он дошел до Рейхстага, до Берлина и расписался на стенах Рейхстага.